Всем привет! Еще одна посылочка пришла, вот такая чудная. А сейчас будем распечатывать, смотреть, что внутри. Вот такая вот чудное приспособление. Для чего оно предназначено? Кстати, ссылка на то место, где его приобрел, внизу под видео. Для чего предназначена эта штука? Для дневных ходовых огней. То есть, грубо говоря, включаем зажигание, они сами включаются. Приезжаем к месту, докуда нам надо было ехать, выключаем зажигание, они светятся еще определенный промежуток времени, сколько не скажу, где-то около, может быть, минуты или 30 секунд, смотря на сколько она настроена. И потом выключаются. Для чего оно еще, эта штука, надо? Чтобы не было перезаряда на светодиодные лампочки. В общем-то, поставлю на машинку, тоже вам продемонстрирую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. Нажимайте на колокольчик внизу под видео, чтобы получать извещение о видео своевременно. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Пока-пока.